The Discovery Channel's historic presentation of Russia live from the inside was conceived and facilitated by Orbita Technologies Corporation. In 1984, Orbita developed a unique receiving system that provides daily access to internal Soviet television for American universities and holds an exclusive license from Soviet state television for use of its programming. Extensive coordination with the Soviet state television and the Soviet Ministry of Communications was required to accomplish this unprecedented coverage. The Discovery Channel and Orbita hope you are enjoying Russia live from the inside. From time to time this week, the Discovery Channel will be seeking your opinions. Tonight's question, is the programming from the Soviet Union more varied than you expected? If you believe yes, please call us at 1-900-720-9606. If your answer is no, please call 1-900-720-9609. In response to last night's question, is watching the Soviet news increasing your understanding of the Soviet Union? An overwhelming 91% of you said yes. Thank you for your continuing interest in the Discovery Channel's coverage of Soviet television. Out of curiosity, make my own comparisons instead of taking what people tell me as the way things are. We are now watching Viewer's Companion, a guide to previews for upcoming programs in the month of February. Для всех и для каждого оценку будущим товарам дают покупатели. Встреча в концертной студии Останкино с Владиславом Пахомовичем Тереховым. Фильм Тенгиза Абуладзе «Древо желания». Концерт в честь артиста. Необычную роль Аркадия Райкина. Интервью с комментатором программы «Время» Александром Тихомировым. We are now looking at a very quick preview of the programs which are going to be discussed today. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас своеобразный юбилей. Ровно год назад в эфир вышел первый выпуск «Спутника телезрителя». Our announcer today is Svetlana Zhiltsov. Передач, фильмов, спектаклей, которые, на наш взгляд и по мнению главных редакций центрального телевидения, заслуживали вашего особого внимания. Мы старались отбирать передачи таким образом, чтобы хотя бы одна из них в каждом выпуске привлекла бы ваше внимание, стала бы для вас необходимой и интересной. Ну а сейчас непосредственно о передачах февраля. Я думаю, что никого не удивит, что в рубрике «Публицистика на телеэкране» наш обзор мы начнем с передачи «До 16 и старше», так как социальная зрелость ее выпусков... The first preview is about a program called «16 years and older». И у тех, кому уже далеко за 30 лет. Я всегда считала, что я всегда смогу вовремя остановиться, что я, в общем-то, не... Не, я же, у меня было перед глазами множество примеров в тех же барах, в общем-то, девочек легкого поведения, которых я всегда осуждала. Я понимала, что я не смогу до этого докатиться. This program concentrates mainly on youth issues, and the students interviewed were interviewed at age 6, 8 and so on. Популярность из практических соображений или искреннее стремление познать, что такое настоящий труд. Ответы будут неоднозначны. Интересно, какое мнение сложится у вас? Видимо, еще многие годы нас будет тревожить воспоминания об этой трагедии, Чернобыль. Имя этого человека теперь известно всем. Леонид Петрович Телятников, герой Советского Союза. This segment takes us back to the tragedy at Chernobyl. Чаповский. Также одним из первых шагнули в смертельное пламя, чудом остались живых. О чем они думали в те минуты? Они такие простые и такие настоящие советские люди. А этот сюжет расскажет о возвращении тех, кого мы еще недавно называли бывшие. Теперь они снова получили возможность стать настоящими. Съемочная группа «До 16 и старше» взяла интервью у семьи Анатолия Гросса. 7 лет назад мы знали его как композитор Анатолия Днепрова. Сын Анатолия говорит с акцентом. Это пройдет. Вопрос в другом. Существует ли американский акцент в его сознании? Программу «До 16 и старше» смотрите. This segment interviews a Soviet family, which has just returned to the Soviet Union after spending 6 years in the United States. Буквально через несколько часов начнется прямая передача «Проблемы поиска решения».
И вот рассказать о февральских выпусках этой передачи. And now we have a report from inside the studio by Dmitry Krylov. Политического обозревателя Льва Александровича Вознесенского. Лев Александрович, пожалуйста. This program is entitled Problems in Search of Solutions. Мы расскажем в этих передачах о делах и проблемах наших советских профсоюзов. Дело в том, что ведь 24 февраля... This political commentator is going to talk about the problems of professional trade unions in the Soviet Union. Лев Александрович, ну а по вашему предположению, какие вопросы зададут телезрители во время февральских передач? По-моему, это совершенно невозможно предвидеть, потому что ведь на каждую передачу мы получаем 600, 700 и более вопросов. Но ясно только одно, что эти вопросы будут очень разнообразными, потому что ведь жизнь и деятельность профсоюзов касается буквально всех сторон жизни и деятельности и трудовых коллективов, да и каждого из нас в отдельности. Поэтому мы из этого потока вопросов попытаемся отобрать в процессе этих передач наиболее существенные. This man is discussing the fact that trade unions concern everyone from all walks of life. Это впечатление, что разработчики этой машины предполагали ситуацию, когда человек покупает полный сервант посуды, и вот в процессе эксплуатации... This program is called for each and everyone. Значит, нужна более компактная посудомоечная машина и более дешевая, я так понимаю. Создатели этого февральского выпуска считают, что любая бытовая техника перед запуском в производство должна быть всесторонне оценена. In this segment of the program, the announcer is discussing the problem of domestic home appliances. Пока торговля не представляет нам с вами такой возможности, но эта возможность появится у нас в передаче для всех и для каждого. Вы сможете принять участие в общественной экспертизе новых машин и приборов для дома. Итак, бельегладильная машина. Ну, здесь представлена бельегладильная машина «Ромашка», но сейчас нас интересует в принципе, нужна ли такая машина дома, если нужна, то какая? Нет, я считаю, что очень громоздкая для квартиры эта машина. Я считаю, что нужна такая машинка, найдется место у любой хозяйки. This woman said that appliance was too cumbersome for her apartment. Серьезного разговора о проблемах бытовой техники, которые вели создатели передачи с посетителями выездной приемной для всех и для каждого. А к каким выводам они сообща пришли, вы узнаете из передачи первой программы 21 февраля. The first edition of that program will be shown on the 21st of February. В рубрике «Актуальности и новизна темы» большинство зрителей отдали свое предпочтение телеспектаклю по пьесе Федора Бурлацкого «Два взгляда из одного кабинета». Не наш это путь. This program, entitled «Two Views from One Office», seems to be very popular among viewers. Не наш путь. А я так думаю, то, что мы несколько раз подходили к реформам, как раз и доказывает их неотвратимость. Тогда не хватило смелости или политической воли, а теперь такая воля есть. В зрительском конкурсе на лучшего ведущего, комментатора месяца, большинство из вас называли комментатора программы «Время» Александра Тихомирова. Александр Николаевич, мы поздравляем вас с успехом и вам слово. Спасибо. Но я думаю, что это результат того, что... This man won a viewers' contest for being the most popular commentator on the news program «Время». Потому хотя бы, что каждый день все приходится начинать сначала. Вот делаешь репортаж целый день, выдаешь его в программу, приходишь на следующий день, снова надо искать тему, надо делать репортаж. The man's name is Alexander Tikhomirov. Полтора года. У меня такое ощущение, что хотя я делаю разные материалы, я все время занимаюсь одной и той же темой. Это тема гласности. Это тема критики недостатков. Это тема поиска новых решений, внедрения экономических методов хозяйствования в нашу экономику. Ну вот вы мне дали полторы минуты, наверное, надо укладываться, а проще всего, я знаю по журналистике, уложиться в образ. Скажем, вот такой бытовой случай можно рассказать? Вчера жена меня послала за картошкой в овощной. Пришел, а картошка сырая, мокрая. Вот передо мной покупательница начинается возмущаться, а рядом бабушка стоит и говорит: «Милая, что ж ты ругаешь ты их? Ведь, наверное, им с базы такую привезли». А покупательница ей отвечает: «Что ж вы их защищаете на свою-то голову?» Так вот, я думаю, что сейчас наша позиция, вот той покупательницы, потому что если мы будем прощать друг другу все это дело, ссылаться на какие-то объективные причины, то ничего не получится из того, что намечено было 27-м съездом партии. Вот, думаю, что такая позиция репортеров программы «Время» в наших репортажах.
Полтора года назад этот спектакль, поставленный на сцене театра имени Ермолова и Валерием Фокином, стал одним из событий театральной жизни. The commentator is now discussing a new play entitled Speak, which takes place in a Russian village in the 1950s. The main part of this play concentrates on Khrushchev's de-Stalinization speech at the 20th Party Congress. Почему же постановка пьесы Александра Буравского, написанной по мотивам очерков и страницам биографии писателя Валентина Овечкина, смотрится с таким напряженным вниманием? Ответ на этот вопрос вы дадите сами. Работа над фильмом-спектаклем телевидение предполагает закончить в конце февраля. This will be shown at the end of February. Давайте выпьем за здоровье наших родителей. Это самое дорогое, что у нас есть. Пусть они будут всегда с нами. За их здоровье. This documentary film, filmed in Armenia, is entitled A Frank Conversation and concentrates on the problems of old age. Снятого армянскими документалистами, войдет в передачу «Откровенный разговор», поднимающий проблемы старости и нашей ответственности перед стариками. Вот уже 5 лет я нахожусь в доме престарелых. Сын навещал в первые годы, а потом перестал. Мне очень трудно. Мне мучительно больно. Я здесь нахожусь 6 месяцев. Никто из моих детей ни разу не навестил меня. Не знаю, не понимаю, в чем дело. These old people are discussing the difficulties of having severe health problems that come with old age. Мы хотим обратить ваше внимание, что в феврале центральным телевидением будет продолжен показ работ, посвященных памяти Александра Сергеевича Пушкина, гения русской поэзии и литературы, имя которого стало символом отечественной культуры. Завтра вы сможете посмотреть первую серию трехсерийного художественного телефильма «Маленькие трагедии». А 10 февраля, когда исполнится 150 лет со дня гибели поэта, состоится трансляция из Большого театра торжественного вечера, посвященного этой дате. In commemoration of Pushkin's 150th anniversary since his death, they'll be showing some of his little tragedies. Балет «Три карты», опера «Золотой петушок», мультипликационный фильм «Сказка о царе Салтане» и другие. В ближайшем выпуске этой передачи автор и ведущий Ольга Доброхотова познакомит вас с 3 конкурсами, которые проходили осенью. Один из них – это конкурс пианистов имени Лисы. Now we are offering a series of festivals, competitions and concerts. Знаменитая колонна с Магелланом, указывающим путь в сторону Америки. Но если бы именитый путешественник знал результаты последнего конкурса вокалистов имени Виньеса, он указал бы в сторону нашей страны, ибо выступление наших певцов стало для многих подлинным открытием. И, наконец, 3-й сюжет посвящен конкурсу скрипачей имени Винявского в Познане, где победителем стал Евгений Бушков. Впечатляющее и несколько загадочное зрелище, верно? Явно готовится какое-то представление, но вот какое? Can you guess what this is? This is what viewers are being asked in this surprise segment of the show. We'll find the answer out later at the end. Первый сюжет этой передачи расскажет о древнем искусстве точечной миниатюры. This program is entitled They Draw Afghanistan. Может быть, от того, что килограмм дерева в Афганистане стоит столько же, сколько килограмм хлеба, этот вид искусства не является традиционным. In Afghanistan, a kilogram of wood is as valuable as a kilogram of bread. Изготовление картин будет показан так подробно, что вы наверняка сможете научиться сами этому ремеслу. В конце 40-х-50-х годов имя этого человека было окружено легендой. Он первым спустился на горных лыжах с Эльбруса.
The next program is entitled Seize the Moment, which concentrates on the life of an old man who is a photographer, but has also been a mountain climber, skier, and legendary outdoorsman. Один из участников передачи считает, что фотография занимается тем, что останавливает мгновение. А в фотографиях Вадима Гиппенрейтера представлено не мгновение, а вечность. Увидеть ее в природе дано не каждому. Ему удается. Арагонская хота в исполнении Государственного академического ансамбля народного танца Союза СССР. This all-union folk dance group is celebrating its 50th anniversary together. Мы поздравляем его участников и руководителя Игоря Александровича Моисеева с золотым юбилеем. А телезрителям сообщаем, что в феврале вы сможете увидеть выступление коллектива, запись которого осуществлена в концертной студии Останкино. Подготовка загадочного представления, как видите, продолжается. Если сможете дать нам... The tension is now building as viewers try to guess what is going on here. Viewers who have the correct answer as to the location, the time, the place, and the reason for this construction can call the Moscow studio number and win a prize. Из нескольких десятков телевизионных встреч с интересными людьми в феврале мы смогли включить в наш выпуск только 4. This is a preview from the program entitled Meetings with Interesting People. In this segment, Kirill Lavrov shares his meditations and reflections with the audience. Почему надо, чтобы кому-то показалось, что ах, за этой фразой что-то можно такое, значит, прочесть, услышать, чего не хотелось бы. Почему? Почему так не доверять? Так не доверять зрительному залу? Так не доверять людям, которые делали спектакль. Ведь мы же тоже советские люди. В передачу войдут фрагменты и из таких вот встреч со зрителями, и из спектаклей последнего времени. Вот что интересно. Эти два прославленных артиста беседуют о времени, о творчестве вдвоем. А у вас, возможно, возникнет ощущение, что вы также принимаете участие в этом разговоре. Мы не случайно включили в нашу рубрику «Встреча с интересными людьми» эту музыкальную передачу. Another person to be interviewed on the program Meetings with Interesting People is Rudolf Kerr, a musician and master of performing arts. А он лишь 38 стал известен широкой публике, когда в 61 году блистательно выступил на конкурсе имени Чайковского. И потом, согласитесь, интересно побывать даже не музыкантом, на занятиях в консерватории, которые проводит профессор Рудольф Рихардович Керр. Пройдет еще несколько минут, и в концертной студии Останкино соберутся те, кому я и пришел навстречу. В этой студии выступало много известных и талантливых людей нашей страны. А вот рабочий человек, если не ошибаюсь, выходит на ее сцену впервые. Что и говорить. This is a meeting with a hero of socialist labor and many other awards, which is taking place in the concert hall at the main television studio in Moscow, entitled Останкино. Что сегодня остро волнует каждого из нас. И, пожалуй, нам есть о чем поговорить. Как у нас искажаются хорошие дела? Уж заодно скажу. Значит, ускорение. Что такое ускорение? Приехала, значит, в город Волгоград, просит меня управляющий, слушай, выступи перед рабочими, скажи им, что надо поработать в субботу, воскресенье еще на 9 мая. Я говорю, нет. This monologue stresses the need for acceleration in the workforce. Итак, обо всем, что нас сегодня так остро волнует, и пойдет разговор на этой встрече в концертной студии Останкино. Узнаете? Ну, конечно, это Юра. Юрий Васильевич. This is the very famous Soviet actor, Yuri Vasilievich Yakovlev, known to every citizen. В передачу войдут и фрагменты из хорошо знакомых вам фильмов, спектаклей, телевизионных работ артиста и работ последнего времени.
Ведь даже столичные любители театрального искусства не всегда могут попасть на спектакль «Анна Каренина». В этой передаче такая возможность представится. А еще мы с вами побываем в тон-ателье, где проходила в то время работа по озвучиванию картины «Кин-за-за». Посмотри на меня, визатор родной. Какая точка отвечает? Лена. Ну? А теперь на УЭФа посмотри. Какая точка? Оранжевая. Это потому, что он чатланин. Ну, понимаешь? Что? Люк – чатланская планета. Поэтому мы по цаке должны цаки носить. А теперь с загадочной планеты Кин-за-за мы приглашаем вас на нашу планету, но, возможно, в не менее загадочное место... Once again, the tension is building as Muscovites try to guess the meaning behind this mysterious scene. ...которые будут действовать 10 минут. And here's a fragment from the 1934 documentary film about Chapayev, the legendary Revolutionary Cavalry War hero, in celebration of 100 years since his birth. Сколько бы раз не показывал его центральное телевидение, мы все равно будем смотреть его, как и в первый раз. Ведь в феврале исполняется 100 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева, легендарного героя гражданской войны. Сегодня я подписал директиву номер 21 и назвал ее «План Барбаросса». В феврале центральное телевидение покажет киноэпопею Юрия Озерова «Битва за Москву». Вы увидите два двухсерийных фильма, которые рассказывают не только о событиях... This film is entitled «Battle from Moscow». ...но и о международной и внутренней политической ситуации, сложившейся накануне войны. Из оперативной сводки дел... взятых на контроль районной прокуратурой. Дело наездом гражданина Чапаева 16 лет. This is a fragment from an upcoming detective film entitled Make Way for the Devil. Но я хотел бы иметь гарантию, что меня любят. Вы хотите иметь гарантию в любви, Серж? Тогда как она лимитирована даже в таком простом механизме, который у вас на руке. Дело о краже музыкальной аппаратуры из пионерской комнаты школы номер 97. А вы что, думаете, это они? Как вы уже догадались, этот фильм принадлежит к жанру детектива. Слова, надоели до тошноты. Фильм Тенгиза Абуладзе «Древо желания» снят в 1977 году и завоевал множество... This film is called Tree of Desire, which is about pre-revolutionary life in Soviet Georgia. Скорее, дедушка Цитикоре, скорее. Аде, вижу, аде. Встань, парень, встань. Авторы определили жанр фильма «Сцены из деревенской жизни дореволюционной Грузии». Но пусть вас не обманет кажущаяся простота темы, ибо творческий почерк режиссера, его образный язык, требует самого внимательного и вдумчивого прочтения. Ильюс, это ты? Все волшебное дерево ищешь? Ищу, ищу. Ждешь, когда небо раскроется? Жду, а как же? В февральском выпуске «Кинопанорамы» речь пойдет о жанрах в современном кинематографе. Ведущий ленинградский режиссер Игорь Масленников познакомит нас с молодыми режиссерами, сценаристами и критиками, собравшимися в Волшеве на семинар по теме «Популярный жанр кино». В разговоре примут участие известные... In this clip, entitled «Film Panorama», a Leningrad director acquaints us with people in the movie industry. Этот сюжет передачи вернет нас к обсуждению фильма «Плюмбум» или «Опасная игра». Своим мнением о проблемах жанров детективного и политического кино поделятся космонавт Георгий Гречко и писатель Юлиан Семенов. В рамках этого разговора мы увидим фрагменты из фильмов «Ганди». And now clips from the British film «Ганди». И из фильма
латиноамериканец, действие которого происходит в современной Никарагуа. Он снят американскими кинематографистами. Life in contemporary Nicaragua. Итак, до нашего анонса сюрприза остается всего лишь несколько минут, а для тех, кто может дать ответ на наш вопрос, также несколько минут, чтобы позвонить нам. Всего два месяца отделяет нас от этого события. Этот вечер был необычный. Ведь, пожалуй, and now a program entitled On Saturday Evening. Непривычный для нас роли. В роли зрителя. Зрителя юбилейного вечера в его честь. Поздравить с 75-летием артиста пришли его ученики, друзья, коллеги. This concert is in honor of the great Soviet comedian Аркадий Райкин. And now we have a clip from Jazz Panorama. Вы услышите исполнителей и современной джазовой музыки, например, дуэт Мартиросяна и Варданяна, обладающих тонким музыкальным вкусом и владеющих филигранной техникой. И исполнителей традиционной джазовой музыки. Ветерана. This program will concentrate on aspects of both contemporary and traditional jazz. И снова итоги зрительского конкурса. Now we have the results of the viewers' contest. Мы не смогли выделить одну из них. А вот зрительский приз за художественность мы с удовольствием отдаем фильму. Раз, два, три. Она как метеор мигнет и пропадает. Here is a clip from the winning film, which comes to you from Leningrad. Конечно, вы узнали эти кадры из фильма ленинградского документалиста Владислава Виноградова «Взгляд». К концу нашей передачи мы еще вернемся к этому фильму. Итак, осталось чуть меньше минуты. И теперь уже, вероятно, только москвичи успеют... And now we can reveal the surprise. It's the outdoor amphitheater in Italy for a showing of Verdi's opera Othello. И кто в нем принимал участие? Но, кажется, оно уже начинается, и пришло время, как говорится, раскрыть карты. Этот загадочный анонс не что иное, как опера Верди «Отелло». This opera features both a soloist from Great Britain and a soloist from the Bolshoi Theater in Moscow. Арена ди Верона в Италии. Исполнители главных партий – певица из Великобритании Кири Таканава и солист Большого театра Владимир Атлантов. Любители оперного искусства увидят этот удивительный спектакль в феврале. Ну, а тот, кто одним из первых сумел дозвониться до нас и дать наиболее полный ответ, имеет право на музыкальную заявку, которую мы обязуемся исполнить, ну, правда, в нашем следующем выпуске. Наша передача подошла к концу, и мы напоминаем вам, что очередной выпуск «Спутника телезрителя» состоится в последний день месяца, то есть 28 февраля. И на прощание нам хотелось бы показать вам финальный Next time, the viewers will be able to see this show will be the very last day of February. Наша передача вместе с большинством зрителей отдает свои симпатии. Всего доброго. Ну что ж, давайте улыбнемся фотографу. And in conclusion, here are some more clips from the winning film.
фоне Пушкина снимается семейство. Фотограф щелкает, и птичка вылетает. Фотограф щелкает, но вот что интересно. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина снимается семейство. Как обаятельный для тех, кто понимает все наши глупости и мелкие злодейства. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Мы будем счастливы благодарение снимку. Пусть жизнь короткая проносится и тает. Навеки вечные мы все теперь в обнимку. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка вылетает. This is a tribute to the great Russian poet Pushkin. Just seen The Viewer's Companion, a guide to programs for the month of February. Discovery Channel's special presentation of Russia Live from the Inside continues. Нелегко, что там говорить. Мы же знаем, что она и действует и на работе, и на инженера, и на конструктора, на всех. Ну куда деваться? Если кто-то может что-то лучшее предложить, ну пусть предложит. И я должен сказать честно, что нас очень порадовала позиция рабочего класса. Мы увлекаемся частным сектором. Не лучше ли в государственной сфере порядок навести? Да, это вообще. Можно вот такой вопрос? Можно, да. Я с удовольствием даже на него. Вы знаете, это на первый взгляд кажется, что частный сектор, мы вроде увлеклись или что-то делаем. А на самом деле мы ее до того, причем какой частный сектор? Индивидуальный сектор колхозника порушили. И колхозник поехал, понимаете, в город за продуктом. Время. In a moment we will be returning to pre-recorded material. Никуда не нормально. Раньше колхозник нес на базар, но сейчас... А сейчас сам ест. Перестали заниматься. Крестьянин перестал заниматься огородом, скотиной. Ну, слушайте, это что ж за крестьянин? Все город ели. А я вам скажу, вот мы посмотрели, как у друзей. У друзей. Мы промысловую кооперацию, кстати, вы знаете, тоже ликвидировали. И считали, что это хорошо. А теперь, оказывается, вот мелочь, любую какую-то. Крупная промышленность не берет. This is the general secretary of the Communist Party, Михаил Сергеевич Горбачев, in Riga. Я товарищам, по-моему, даже рассказывал на пленуме. Наш один рабочий, из откуда, из